Здравствуйте, всем привет из Новосибирска. С вами Лариса. Я нахожусь около Сибирского молла. Здесь есть магазин «Галамарт» на втором этаже. Вот что-нибудь сниму и покажу вам, что там будет в магазине. Может, что-нибудь куплю для дома. Здесь вот копилка. 329 рублей тигренок. Сейчас будет следующий год тигра. Подставка под ложку. Тоже в форме тигра. 219. Тарелочка 329. И подставка под горячее 329. Вот, кстати, набор для столовых приборов 373 рубля. Карнавальные маски тигра 197. Шапка с гирляндой 516. Все новогодние уже. Всякие колокольчики. Копилка 659. Как машина в форме тигра. Магнитики 54 рубля тигрята. Мишура 140-120 рублей. Декоративные вот. Из пластика. Палочки какие-то световые. Свечи. Сувенир паровозик. 329. Это елочка новогодняя. Деревянная. Это календарь. Подсвечники всякие разные. Шарики 120 большие, 109 поменьше. Гирлянды 200, 180, 175, по 800 рублей есть, по 400 гирлянды. Хлопушки 153, 142, 32 вот маленькие хлопушки. Салфетки новогодние, тарелки. А это 20-22 оформление. Бумага, пластик. Кстати, вот посуда. 1176 чайный набор на подставке. Это подсоль 534, 240 вот кружка. Это 270. Здесь вот такие салатники, называется пряничный домик. Какой-то колокольчик, блюдо в форме вот такой, как варежка, как носок. Такая тарелка, минажница, под фрукты, 700-600 рублей, 800. Цена, конечно. Вот блюдо, 402. Подставка под ложку. Вот сверху 138 тарелки новогодние. Бокалы для вина 2 штуки 721 рубль. Вот бокалы 593 рубля. Красное стекло. Это что у нас? Скатерть 140-180. Комплект постельного белья 2000. Полотенце, наволочки. Минажница круглая 725. Здесь разные скотчи. 250, 180, 48 миллиметров. 131 рубль, 129. Есть вот по 27, по 49 рублей. Изоленты разные. Можно здесь купить двухсторонняя клейкая лента, инструмент разных, кисти для краски, пистолет монтажный 189,
Это рулетки, 76 рублей, 150. Клей столярный, универсальный, 87, 109. Ножовки по дереву. Вот в посуде тарелка вот такая, 516. 235 глубокая. 169 под соль, перец. 472 чайный набор. 787 чайник. Большой, литр 100. Салатник 428. 373. Сахарница 350. 300. Кружка. Вот чайник заварочный. 1011. Конечно, цены на посуду чуть прям дороговато, скажу честно. Салатники 139, 98, чайные пары 208, кружки 98, 120, да, 83 кружки, я смотрю, мельница 350 рублей, 189 мельница деревянная, 350 мельница, 329 мельница, по 494 есть, а есть вот такая 89, недорогая. Набор для специй 538. Баночки. Конфетница 142. Набор металлических губок для кухни 3 штуки 54. Кухонное полотенце 46. Мыло жидкое хозяйственное 49. Пакеты для продуктов 34. Универсальное полотенце 167-150 штук. Разные тряпочки. Скребок для стеклокерамики 49. Кастрюли эмалированные 1190 и 1400 побольше. Чайник почти 3 литра 1299. 329. Вот ланчбокс. Разные цвета. 1,4 литра. Вот кастрюля из нержавейки 970 рублей. А большие 1500. Сотейник 2249. Вот 1500-1429 сотейник. Антипригарным покрытием. Крышка 500 рублей. Коврик антипригарный 127 рублей. Гибкая доска 45. 135 противень квадратный. 155 вот просеивать муку. Кружка. Разные из бамбука здесь лопатки. Ложки 39-45 рублей. Ничего с ним не делается, у меня много лет, вообще хорошего качества. Вот 39 рублей лопатки. Есть просто деревянные, вообще по 9 рублей лопатки кухонные. Венчик взбивалка 29 рублей. Вот чеснок давить 109, простой. Простая давилка. Формы для запекания 489. Вот большие, поменьше 389. Такой толстое стекло. Круглое. Это керамические даже. Это не стеклянная керамика. 549, 489 овальные. Вот утятница. 1500 керамическая. 329 горшочки. 549. Блинница 799. Есть плита
электрическая, индукционная 2700, двухкомфорочная 2,89, куча чайников разных, кофемолка 879 рублей, электрическая 790, турка есть электрическая 629, силиконовые вот такие формы 109, здесь всегда вот такие формы есть 193-197, глубокая хорошая форма 318 для выпечки, о, глубокие 219-329. Чайник недорогой вот такой есть всегда 495. Кстати, на год мне хватало, я брала такой чайник. Такой набор был 1049, стал 599. Здесь идет термос, кружка и плед 75 на 100. Вот кружки по 127 рублей. Кружки по 98 новогодние. 109. Наборы косметические. Весы напольные. 989, 699.